Очередная рабочая неделя. Две студии, два города. И Алексей Власихин сегодня с нами. Алексей с нами? Алексей. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург пока еще не слышно. Ну, если услышим, я надеюсь, что услышим. Анатолий Чепенко с нами точно. Здравствуйте, Олег Шевкун. Да. Ну, Алексей, когда появится, когда будет такая возможность техническая, я думаю, мы его услышим. Анатолий, что ты делаешь каждое утро, каждый рабочий день с 9 до 10 утра, вот честно? С 9 до 10? Да. Ну, это то время, когда я там душ принимаю, яичницу кушаю, там джинсы еще где я бросил. Ты неправильно ответил на вопрос Анатолия Чепенко. Нет, правильно, по крайней мере, честно. Да, многие наши слушатели с 9 до 10 утра каждый рабочий день занимаются тем, что изучают Библию в рамках нашего проекта «По странице Библии». Но вот ты этого не делаешь. Вот он, правильный ответ. Ага. Ты делаешь обложки для этого проекта. Да, посильный вклад. Да, о них немножко позже поговорим. И на самом деле вот буквально через пару дней исполняется год с того момента, как проект «По страницам Библии» у нас вышел в новый формат. И сегодня об этом проекте, о том сообществе, которое вокруг этого проекта сформировалось, о том, как дальше будет развиваться этот проект, мы с вами, друзья, будем говорить. И есть некоторые вопросы, которые мы вам хотим также задать. Толь, сценария у тебя в руках нет, правильно? Нет, нету. Давайте вам другой вопрос задам. А вот они могут повлиять каким-то образом на дальнейшее развитие наших слушателей вот этого проекта? Конечно, могут. Этого нашего проекта, особенно вашего. На самом деле они уже и влияют. И один из вопросов, который мы действительно зададим нашим слушателям, как бы вы хотели видеть, каким бы вы хотели видеть дальнейшее развитие проекта «По страницам Библии». То бишь отношения не железобетонные. Вот мы сказали, так оно и будет, палку в нем и едем дальше. Слушай, тут на самом деле нежелезобетонность проявляется настолько, что на протяжении прошлого года этот проект несколько раз менялся, несколько раз развивался. И во многом именно благодаря слушателям. И сегодня мы с этими слушателями постараемся связаться по телефону, кого-то услышим в записи, ну, для того, чтобы понять вообще, что происходит. Реальные слушатели, те, кто слушают прям вот с утра. Реальные слушатели. Не то, что яичницу жарят и душ принимают, а вот не то, что я. Слушай, они, может быть, яичницу жарят и одновременно слушают. Блин, точно. Даже душ принимают, одновременно слушают, хотя это сложнее, конечно. Возможно и так, но как бы, как
минимум техника позволяет вообще такое делать. Но это как нужно насколько громко сделать звук, чтобы капли там душа не перебивать. Я вспоминаю, на самом деле, как когда учился в университете, нужно было много прочитать литературы, и что-то читал, а что-то слушал аудиокнигами. И вот там буквально, понимаешь, ты завтракаешь, ты слушаешь книгу или читаешь. Ты принимаешь душ, там читать невозможно, ты слушаешь книгу. Ты спать ложишься, ты слушаешь книгу. Проснулся, ага, там такая-то сцена, заснул дальше. Так, еще раз, это художественное что-то? Художественное, конечно. О. Такое тоже было. Вот, друзья, как вы изучаете Библию? Какой у вас личный опыт с изучения Библии? Что для вас означает изучение священного Писания? Поделитесь вашим опытом, а также поделитесь и вашими мнениями, вашими мыслями по поводу проекта «По страницам Библии». Насколько вам помогает эта передача, может быть, мешает эта передача, такие люди тоже есть. И что бы вы посоветовали авторам этой передачи, ну, кроме совета уйти из эфира, которому мы внимать не будем. Сколько авторов у этой передачи? Ты знаешь, я тут посчитал, и получается, что каждый выпуск готовит по крайней мере 5 человек, может быть и 6. Алексей Власихин у нас на связи? Да, на связи. Ага. Приветствуем тебя, Алексей. Привет всем. Вот и Санкт-Петербург. Да, мы присоединились. Вот тут спрашивают, сколько авторов у передачи «По страницам Библии». Вот Александр Анисимов, между прочим, который сидит в Санкт-Петербурге, редактирует... Не сидит, к сожалению. Но... А сейчас не сидит. Вот я тоже думаю. Он прямо сейчас не сидит, странах, но обычно сидит. На высылке. И редактирует. Да, то есть, по крайней мере, 5 человек над каждым выпуском этой передачи работают. И это с нашей стороны, со стороны Радио Теос. Но мы используем материалы, которые делали до нас. И делали тоже некоторые... Их тоже авторы. Стоит страшно, да? Посчитать. Да, поэтому, знаете, иногда упрекают, мне пишут письма, неуважаемый Олег Шевкун, какое право вы имеете один сидеть и вот тут толковать Библию сначала и до конца? Никакого. Я не сижу один. Поэтому, я думаю, в данном случае претензии не по адресу. Интересно, а сколько, считается, должно человек одновременно сидеть, что? Чтобы как бы кворум... Чтобы воспринималась, да, информация? Да. Ну, это кому как. Слушай, я не догадался задать этот вопрос тем, кто вот такой комментарий оставил. Вот, ну и прежде чем мы подойдем к этому проекту, мы будем беседовать с нашими слушателями и участниками проекта, и представлять его, расскажем несколько слов о новостях станции. Ну, конечно, самая тяжелая новость — это, собственно, то, что окрасило все наши программы и всю нашу жизнь на уходящей неделе. Это трагедия в Кемерово. И окрасила, я думаю, будет окрашивать. Вот не можем просто сказать, значит, вот все изменилось, и теперь все нормально. Вот оно ненормально. Оно никогда не будет нормально. И, на самом деле, для нашего коллектива это имеет большое значение, среди прочего, потому что у нас есть сотрудники, которые сами из Кемерово. Так что тут все очень-очень серьезно для нас, для сотрудников станции. Вот. Алексей, как ты, как христианин, вот со всем этим, ну вот, как ты с этим живешь? Ой, я думаю, что я тоже прошу через весь спектр чувств и вполне себе таких, не знаю, общечеловеческих, от какого-то испуга, гнева, ярости, желания там найти виновных и покарать их сразу же всех, и понимание того, что там, ну, вот, в общем, весь спектр, да, я... Для меня, для христианина, конечно, большим подспорьем является вот Священное Писание, которое помогает вот эти все чувства как-то в конструктивное русло направлять, да, не заниматься саморазрушением, не заниматься, не знаю, каким-то вот... не искать выхода слепой ярости. Ну, крайности, да, какие-то, это... которые могут, ну, совсем не туда завести тебя, как, да, и физически, и... Да, можно, ну, можно вместе с псалмопевцем выразить это все Богу. И как-то понимать, и я просто, когда такие все вещи происходят, да, возникает мысль, и часто это слышишь от людей, и на некоторые наши тоже сообщения писали такие комментарии, вроде, ну, где же Бог, да, где же Бог во всем этом? И, конечно, но честный ответ состоит в том, что мы не знаем, да, мы не знаем, почему так все это происходит. Я, по крайней мере, лично точно не знаю, не вижу в этом никакого ни смысла, ни цели, никакого урока. Я имею в виду в каком-то вот таком глобальном смысле, потому что ни один урок не стоит того, чтобы ребенок невинный умер. Но при всем при этом я действительно верю, что каким-то образом Бог во всем этом есть, потому что если бы его не было еще вот, то было бы совсем тяжело. Было бы не то чтобы совсем, невыносимо тяжело. Я, конечно, просто молюсь и прошу Бога, чтобы те люди, которые лично проживают все это горе,
Я знаю, что только Бог может им помочь, никакие вот слова и общее утешение. И, конечно, я надеюсь, что рядом с ними будут люди, которые, не знаю, с терпением, там, где нужно, с молчанием, там, где нужно, со словами, ну, какого-то ободрения, если это подходящее слово. Самые просто там, где надо, смогут обнять и как-то поддержать, чтобы, ну, можно было через все это как-то пройти. Сегодня, кстати, был комментарий от Никиты, нашего постоянного слушателя. Он пишет о том, что вот ему нравятся наши передачи, например, «Формула семьи», и ему нравится музыкальный ряд, музыкальный подбор здесь на Радио Теос. Он говорит, что вот это помогает как-то вот привести мысли в порядок. Никита признается, что он человек неверующий, но он слушает Радио Теос именно для того, чтобы привести мысли в порядок. А Бог, мы знаем, что это Бог порядка, поэтому я думаю, что правильно делает Никита, и те люди, которые не считают себя верующими, что все равно продолжают слушать Радио Теос. Мы сами ничего сказать не можем. Нам, понимаете, у нас здесь нет каких-то вот таких ветеранистых политических комментаторов, экономических обозревателей. Культурный обозреватель один есть, особенно по вопросам литературы, но это не особенно ветеранистый. Мы здесь находимся, и мы ведем эти программы, потому что Бог дает силы, потому что Бог дает мудрости. Вот иначе бы ни в чем этом ни малейшего смысла бы у нас не было. Кстати, по поводу программ, между прочим, нас стало слушать проще. Вышла вторая версия, новая обновленная версия нашего приложения «Радио Теос». Пока только для операционной системы Android. Анатолий скачал? Я скажу так, приложение для Android. Вы так официозно обошли все какие-то моменты. Да, на самом деле вышло приложение для Android, и оно уже сейчас работает. Вскоре появится также и приложение для пользователей айфонов, и совсем хорошо заживем. Вот. Да тебя-то это не касается, у тебя не айфон. У меня есть большой спектр устройств, которые поддерживают как iOS, так и Android. Но дело в том, что я нахожусь на этом радио, и часто не слушаю, а вот что-то делаю для того, чтобы оно вещало. И порой времени нет для того, чтобы слушать. Но, кстати, я слушал раскадровку в этот раз. Там просто затрагивали тему, не всегда она меня затрагивает, там по поводу сериалов, еще что-то. Но тут комиксная тематика прям не может меня стороной обойти. А что ж комментарий-то не писал? Да я насладился комментарием от Игоря Попова по поводу того, что католика и товарищ Джессика Джонс. Ну, там было интересно. Мне кажется, сейчас будет действительно, мы куда-то в сторону идем. Да, между собойчик пошел. Ну да, потому что не все давайте понимают, кто эти персонажи. Абсолютно. Кстати, да, так как приложения эти только появились, только мы их выставили, большая просьба ко всем нашим постоянным слушателям, если вы вдруг обнаруживаете какие-то баги, то есть обнаружили приложение уже работает, да, неподходящим образом, пожалуйста, пишите нам сразу. Нам будет это очень полезно, это будет помощью, подспорьем для других людей, чтобы мы могли исправить и сразу же вот прямо на старте избежать каких-то сложностей. Ну и одна из замечательных новых функций этого приложения — возможность позвонить в прямой эфир откуда угодно при наличии интернета. Правда, не на всех устройствах. Вот у меня старый телефон на андроиде, там мне просто написали, что на этом устройстве не поддерживается. Но на нем многое чего не поддерживается. И хорошо, что поддерживается вообще приложение. Да. Это намек всем, кто готовит подарок к твоему дню рождения. А, понятно. Да, так вот, значит, друзья, если у вас будет такая возможность, вы можете позвонить. Кстати, если вы сейчас пользуетесь нашим новым приложением, этой новой версией приложения на Android, версии 2.0, которая вышла на этой неделе, там у вас есть кнопочка такая волшебная «Позвонить в эфир». Вот если есть такой человек сейчас, или такой человек, или такие люди, давайте проверим, как это работает. Не упускайте момент, нажимайте кнопку. Просто позвоните в эфир, это будет совершенно бесплатно, мы примем звонок, вас услышим. Кстати, я вижу, что у нас в группе трансляции, ну, на Радио Теос, у нас слушают люди, и вот постепенное количество растет. Я призываю вас, люди, еще раз, мне кажется, я всегда буду это твердить, помимо всяких сердечек, это, конечно, приятно и здорово, и флешмоб про цветочки тоже интересно, я вот прочитал, что тут творят, вот, включая наши сотрудники тоже. Делайте репосты,
делитесь тем, что мы говорим. Если вас это касается, пусть это коснется кого-то еще, и вот пост на вашей стене, это же здорово. Это вот во времена радио, во времена Олега Шевкуна, когда он был маленький. Спасибо, такого, дорогой. Такого нельзя было сделать. Взять и поделиться волной, прям вот так вот, в одно нажатие. А теперь все просто. Можно взять, поделиться трансляцией, и тот, кто совершенно... Может быть, вы не знаете, как пропьёте эту человеку, или просто хотите вот интересная, насущная тема, как это поднимается, просто нажмите «Поделиться», отправите себе на страницу, кто-то зайдет даже без вашего ведома, посмотрит, и это будет здорово. И нам приятно, и вы делаете дело Божье. Современные СМИ — это гибкие средства массовой информации. Одни проекты и циклы передач уходят, на место им приходят на смену им приходят другие. А у нас есть несколько передач, несколько циклов, которые сейчас в таком состоянии обсуждения. Я думаю, что в апреле-мае премьеры еще будут, но пока есть также два проекта, которые завершились. Это проект передач, это цикл передач «Надежда для души», который шел у нас много лет. Целый пласт вот времени и истории на радио «Теос». И он сохранен. Он сохранен на сайте teos.fm в разделе «Передачи». Вы всегда сможете зайти в раздел «Надежда для души», послушать. Там действительно многие вопросы. С огромной обсуждались. Благодарностью Наталье Аркадьевне за весь огромный труд. И мы, в общем-то, у меня есть надежда, что это не завершение проекта, а такое время на его переформатирование. Может быть, он появится в несколько ином варианте. Потому что, видите, сейчас один из самых больших вызовов для нас. Мы хотим, чтобы все, что мы делаем, было удобно слышать, чтобы можно было легко найти, чтобы можно было легко отреагировать. Да, и сейчас вот получается для нас основной канал — это социальные сети, где действительно, где вы сейчас можете видеть нашу трансляцию, где вы сейчас можете оставлять комментарии. И мы хотим, чтобы больше и больше проектов именно в таком формате могли существовать. Мы, интерактивное радио, для нас это все, для нас это жизнь, поэтому вот мы в эту сторону движемся везде, где только возможно. Ну и второй цикл передач, он был коротким, но интересным и насыщенным. Он также подошел к концу на этой неделе. Это цикл передач «На пороге церкви». Собственно говоря, эти передачи также можно найти. Это визитная карточка нескольких церквей. Мы будем думать, как преобразовать этот проект. Идея была хорошая, надо подумать, что с ней сделать. Олег, дальше. Если коротко, в чем заключается вообще задача? Вот, ребят, что они делали в этой передаче? Ребята пытались показать, что порог церкви переступить не страшно, порог церкви в церкви переступить интересно. Интересно, что никого там не съедят. Некоторые церкви, правда, еще поискать придется. Квест такой своеобразный. И между церковью и обществом, между верующими людьми и неверующими людьми барьеры другого рода. Это не вопрос, прийти или не прийти. То есть ребята неверующие ходили в церковь, да, я правильно понимаю? Да, мы их, собственно, называли. Задача была такая, знаешь, создать эффект инопланетянина. Когда человек незнакомый с церковной жизнью приходит, что он видит, какие вопросы у него возникают. Это, мне кажется, было очень полезно для самих церквей, в которые молодые люди приходили, просто потому что это такая обратная связь. Да, может быть, мы какие-то вещи не видим, кажущиеся странными, нуждающиеся в объяснении, в уточнении. Вот, а здесь такой молодой, незамыленный взгляд, это интересно. Я думаю, конечно, для самих ребят это опыт очень был и останется полезным, потому что, в общем, они смогли увидеть, как христианство проявляется во всем его многообразии, в разных формах. А сейчас в большом мегаполисе, каким является Москва, ну, можно, да, от церкви, там, не знаю, принадлежащей какой-то такой ассирийской христианской традиции до каких-то современных там новых церквей. В общем, это просто огромный спектр. А я, коллеги, на этой неделе сам ощутил себя таким дикарем и инопланетянином. Анатолий, очевидно, не ощутил. Ему все-таки, наверное, не впервой. Дело в том, что команда «Радио Теос» поехала в Останкино. Да, было дело. Для записи выпуска передачи «Радиогостиная». Причем делали мы и аудио, и видеозапись. Я предполагал, что она пойдет на 4 апреля, для эфира 4 апреля. Но не пойдет она 4 апреля, потому что там уже есть гость. Она пойдет когда-нибудь на конец апреля. И мы пока сохраним эту интригу, не будем говорить, ради кого мы взяли аппаратуру и поехали в Останкино, чтобы записываться. Конечно, прежде всего, ради вас, ради наших слушателей. Но кого-то мы вам хотели представить. Расскажем уже ближе к эфиру. А пока вот, да, такие инопланетяне. Десант «Радио Теос» в телецентре Останкино. Толь, ты там бывал уже раньше или тоже впервые? Нет, я там бывал, на самом деле. Я рассказывал Олегу, когда мы туда ездили, что первый раз в Останкино я побывал как человек, который ходил на кастинге. Я только приехал
приехал в Москву. Ух ты, и прошел кастинг на радио. Никуда я ничего не прошел. А, ну, кстати, с первого раза не прошел, потом еще какие-то были съемки, как вот, все вы знаете, вот передачи. Уже звездой сразу ты не стал. Нет, конечно. Странно, если кто-то станет. Мне кажется, нужно сделать что-то плохое, чтобы сразу стать звездой. Как-то обычными хорошими делами или интересными речами нужно как-то постепенно. Прославиться нельзя. И долго. Старуха покляк, да. Вот, и я даже как-то участвовал в всех этих голубых огоньках, как массовка, и это было интересно посмотреть, когда ты вообще этого не видел, видел только со стороны телевизора, и, может быть, тебе это было не так уже интересно, когда ты там вырастал, там, 20 плюс возраст. Но когда туда приходишь, видишь, как все это делается, это, конечно, интересно, это интересный опыт, как минимум. Вот. Другое дело, что я бы, наверное, не стал туда ходить, как некоторые постоянно, просто зарабатывая по 500 там, или сколько рублей за выход, но побывать там даже бесплатно, мне было интересно. Да, я думаю, что передачи мы выпустим. Кстати, это еще одно наше движение. Мы движемся к тому, чтобы во всех передачах, в том числе и видео, и, извините, и предзаписанных программах у нас было не только аудио, но и видео. Когда все будет готово и запустим, расскажем подробности. Пока мы находимся в этом движении, это важно как раз для того, чтобы христианское радио выходило за рамки традиционного радио времен твоего детства. Да-да. Вот у меня тоже тебе зреет мысль. Вот, да, мы, собственно, к этому идем. Ну и проект «По страницам Библии», который тоже начинался как радиопроект, как аудиопроект, также выходит в режим видео. Этот проект, о котором мы сегодня будем говорить, о том, что с этим проектом получается, к чему он, собственно, у нас идет. Расскажите, друзья, что вы думаете об этом проекте, как он отразился на вас, что бы вы хотели в нем изменить, и поделитесь своим опытом чтения Священного Писания в комментариях к той трансляции, которую вы сейчас смотрите. Слушайте, а мы можем не ставить никакого джингла или перебивки, а просто пойти дальше? Давайте мы... Легко. Легко. У нас есть звонок, это такая перебивка. Это лучше, чем перебивка. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, мы слушаем вас. Видимо, приложение. Через приложение звонит. Да, еще не совершенно. Давайте оттестируем приложение. Слушайте, у нас был сотрудник, который... Да, тестировал приложение на нас. Вот работают люди, вдруг звенит звонок, я не буду называть имен, в данном случае слушателям это ничего не скажет. Некоторые тесты тоже были неудачными. Вот. Я думаю, все получится. Через приложение Radio Theos для Android, новую версию, там функция позвонить в редакцию или позвонить в эфир. Вот давайте попробуем, если вы слушаете нас в приложении, пожалуйста, звоните. Ну или также пишите комментарии ВКонтакте и в тех группах, собственно, где идет трансляция. В Фейсбуке также. Так, ну что, друзья, у нас такая история. 6,5 лет назад на радио Теос начался проект «По страницам Библии». И изначально это были передачи, в которых мы шли по Священному Писанию от начала до конца. Это были записанные передачи. Была прямоэфирная такая итоговая передача каждую пятницу, раз в неделю. Но в середине прошлого года, нет, в начале прошлого года, в апреле прошлого года, мы поменяли формат, мы сделали передачи ежедневными, то есть каждый рабочий день, мы сделали эти передачи прямоэфирными и сделали их интерактивными для того, чтобы каждый желающий мог к этому всему делу подключиться. Алексей, да, у нас звонок, кажется, есть. Да, добрый день, давайте сначала звонок послушаем. Алло. Вот что-то щелкает. Вот щелкает, товарищи. Говорите, мы слушаем вас. Радио Теос. Давайте пока не... Алло. Короче, приложение надо еще тестировать. Не приложение, это телефон. Это телефон. Звоните, звоните. Алексей, как главный редактор, когда тебе предложили как главному редактору вот сделать такую ежедневную библейскую передачу и, собственно говоря, начать вот это новое направление, у тебя были опасения о том, чтобы перейти из стандартного, из избитого уже формата во что-то новое? Не, ну, во-первых, конечно, было такое, ну, скажем, был азарт, да, было желание. Мы всегда хотели, чтобы на постоянной основе, на ежедневной основе какие-то были у нас передачи, в которых бы, ну, изучалось Священное Писание. В чем было опасение? Опасение было в том, что это получится какой-то очень внутренний такой разговор. Да, потому что о Библии можно говорить по-разному. Можно говорить на уровне там каких-то ученых-библеистов, где обсуждаются тонкости перевода и там каких-то исторических
технических нюансов. Можно говорить на уровне таком внутрицерковном, который, ну, там уже обсуждают те люди, для которых, ну, Библия, во-первых, безусловный авторитет, для, ну, во-вторых, они уже знакомы с очень многими темами. И можно говорить о Библии так, чтобы это было интересно всем. Даже тем, кто первый раз только открывает для себя Священное Писание, даже тем, кто, может быть, и не считает себя и глубоко верующим человеком, а просто имеет желание, испытывает желание побольше разобраться вот в этой самой книге, которая является основой, на самом деле, для всей европейской мировой культуры. Как минимум. И, конечно же, ну, безусловным источником вдохновения для огромного количества людей. И вот, собственно говоря, было опасение, сможем ли мы вот в этом, в третьем формате, да, попробовать это сделать, получится ли у нас. И мне кажется, что, ну, опасения были напрасны, потому что в целом, несмотря на серьезность тем, несмотря на детальность проработки, да, это такое серьезное чтение Библии на 5 лет, это ж целое приключение. Тем не менее, есть, конечно. Да, получается, я думаю, что это очень хорошо. И вот, судя по откликам людей, которые только-только вот для себя открывают Библию и видят в этом подспорье, это, ну, просто здорово. Ну и на самом деле немало есть историй. Мы призываем наших слушателей также рассказать эти истории. Ирина пишет, а почему закрыли проект «Надежда для души»? Мы уже объясняли, что его не закрыли, что вопросы о дальнейшей переформатировании работе с тем у нас будут решаться. Радио — это такая штука, Ирина, где действительно есть движение вперед. И мы надеемся, что это движение вперед будет продолжаться. Ну а пока вот, собственно говоря, об историях. Анастасия Гвоздик начала слушать по страницам Библии в какой-то момент своей жизни. И сейчас каждый раз в каждом эфире в начале мы называем имена авторов, участников этого проекта. И имя Анастасии Гвоздик в этом списке всегда есть, потому что Анастасия теперь помогает вот в качестве одного из участников проекта. Я побеседовал с Анастасией. У нее, ну, нам было непонятно, сможем ли мы поговорить в прямом эфире. Но история у нее интересная. И давайте сейчас послушаем этот маленький фрагмент. Давайте. Той беседы, которая у нас была с Анастасией Гвоздик. Меня зовут Настя Гвоздик. К Богу пришла в подростковом возрасте, но 18 лет ушла в мир, и уже после рождения дочки, ближе к 30 годам, вернулась в церковь. Отношения с Библией у меня сложились такие, что в подростковом возрасте, хоть я и была членом церкви, я ее практически не читала. Сначала у меня не было Библии, но потом мне из Америки прислал дедушка какой-то, он бесплатно всем рассылал Библии, это он мне прислал. У меня появилась Библия, но желания читать, да или времени не было, может, деревня, огород, помощь по дому, маленькая сестричка. А потом я нашла Библию в подъезде случайно и стала читать эту Библию. Она меня обличала. Я ее начну читать, она меня обличает, я ее закрываю, убираю. Потом опять начинаю читать. И постепенно так вернулась к Богу через чтение Библии. А передачу по страницам Библии, когда начала слушать, мне она понравилась тем, что разбирается Слово Божие, но не просто это идет как проповедь, какие-то примеры красочные. Мне вот это никогда не нравилось в проповедях. Мне хотелось именно конкретики, вот лекционной такой проповеди. И я это нашла в передачах по страницам Библии. То есть я садилась сначала сама, 5 раз прочитаю главу, потом сажусь, включаю передачу, слушаю с тетрадкой, с ручкой, записываю самое главное, что говорит ведущий, что там люди добавляют, какие комментарии. Мне очень хотелось, чтобы все-все комментарии были в каком-то одном месте, чтобы можно было друг с другом общаться. Но я тогда не знала еще, что можно ВКонтакте найти по страницам Библии. Я тогда слушала только на сайте Радио Теос. А потом постепенно стала слушать и ВКонтакте. И когда начала работать на Радио Теос, появилось общение с другими верующими. Но уже у меня не было такой возможности садиться и изучать с ручкой именно вот лекционного вот этого момента, из-за которого мне понравилось по страницам Библии передача. Его уже не было, потому что я вижу все одновременно комментарии, и хочется человеку ответить, который не знает о Боге, первый раз слушает передачу, какие-то вопросы задает. Вот он пришел, слушает передачу,
и может, если ему никто не ответит, раз уйти. И поэтому мне хочется скорее ответить этому человеку. И получается, что если я отвечаю в комментариях, то я тогда не слушаю передачу. И стала даже немного завидовать тем, кто более внимательно слушает, что у них есть такая возможность. Но в то же время все равно я думаю, что не нужно оставлять тех людей, которые впервые слушают, что им нужно отвечать. И я очень рада, что у нас сейчас активно начали слушатели в сообщениях, в комментариях отвечать на сообщения неверующих или кто уже постоянные слушатели, на сообщения вновь прибывших. Это здорово. Мне уже не надо разрываться одновременно на много групп, уже в одной, в двух напишу, и все. Остальные же оказываются отвеченными. Это здорово очень. Настя Гвоздик. Вот такой энтузиазм, понимаете? Целая история, да. Целое тут прям событие. Молодец. А я правильно понимаю, что она сначала начала слушать передачу ПСБ, а потом уже как бы влилась в коллектив Радио Теос? Да, и она завидует тем, кто не влился в коллектив Радио Теос. Не ходите, дети, в Африку гулять. Да, потому что... Нет, на самом деле это правильно, потому что вот они могут просто спокойно слушать. Я вам могу сказать, как синхронный переводчик. Едешь на конференцию, хорошая христианская конференция. Вот, переводишь, да, как вот синхронным переводом занимаешься. Проходит день конференции, звонишь домой, жена спрашивает, про что там было? Ага. Ни по-английски, ни по-русски. Я не помню. Потому что вот ты переводишь. Те, кто просто вот сидят и слушают, они работают на этом мероприятии. У них совершенно другое восприятие. Потому что я Настю Гвоздик понимаю. Вот, и Анастасия, кстати говоря, у нее сегодня день рождения. Настя, поздравляем. Поздравляю, Настя, день рождения. Да, да, от всего сердца. Да, и Анастасия сказала очень важную вещь о том, что действительно вокруг этой и многих других, на самом деле, передач все-таки первопроходцем здесь была, конечно, раскадровка. Но затем вокруг других передач, в частности, и по страницам Библии, стало складываться такое сообщество, причем очень важно, что это открытое сообщество. Это не элитарный клуб. Это не, я не знаю, группировка избранных. Да, это открытое сообщество, к которому можно присоединиться, в которое можно влиться, вот, в котором можно стать своим человеком, сообществу людей из разных городов, разных стран, людей, которые собираются для того, чтобы читать и изучать Священное Писание. Вот так вот, Алексей, идет труд здесь на Радио Теос. Да, здорово. Вообще интересно смотреть, как вот люди очень по-разному с разных сторон, да, вливаются в работу. И это, ну, просто здорово. Правда, мы вот буквально вчера тоже встречались с человеком, который начал слушать и вообще впервые услышал Евангелие, пришел в церковь через Радио Тео. Сейчас он приходит делать передачи. Да, тоже иногда. То есть мы вот хотим. Это новый смотреть, кандидат для студии Плюс. Да, безусловно. В общем, это. Это кандидат для много каких вещей, да, но Алексей, сделай 10 выпусков, возьмем на студию Плюс. Вот выдержит 10. Да, выпусков, хорошо, да. А я правильно понимаю, что Владислав Юртов, он тоже как бы из тех товарищей? Или нет? Ну, у Владислава Юртова у него тоже сложная история, но да, на определенном этапе Радио Теос тоже сыграло роль в его жизни. И играет сейчас, да, потому что он видит, надеемся, у нас передачи. Наши программы, в частности, по страницам Библии слушают целыми семьями. Мы сейчас пытаемся дозвониться, получилось или нет, до Алексея Гаськова. Алексей у нас в городе Липецк, слушает в Липецке, и слушает не один. Алексей, вы на связи? Да, да, на связи. О, по Вайберу. Да, здравствуйте. Да. Алексей, слушайте, я сначала не понял. Я смотрю, Алексей Гаськов и Олеся Гаськова. И думаю, наверное, родственники. Да, оказалось, что родственники. Алексей, немножко о себе расскажи. Да, во-первых, вы сейчас один или с Олесей вместе? С Олесей, Олеся, он тоже здравствуйте говорил, вы, наверное, не услышали. Вот, я с Олесей вместе с супругой. Семья уже вот в этом году будет 10 лет, как мы создали семью. Вот, и, вот вместе с супругой любим изучать Библию. Ну, к сожалению, у нас не получается вместе слушать эту программу, ввиду того, что я слушаю ее на работе, и, к сожалению, только в записи. Но мы с супругой потом, каждый прослушав, бывает так, что и обсуждаем, делимся какими-то моментами, впечатлениями. Вот.
И если можно, какие-то, ну, может быть, не знаю, наводящие вопросы от вас. Да. Олеся, а как вы нашли, собственно, вот эти конкретные передачи, передачи по страницам Библии? Олег Валерьевич, от вас нашли, потому что вы, когда были в Липецке, приезжали к нам на конференцию молодежную, вы нам и рассказали, что у вас есть такой проект, и мы потом уже впоследствии нашли как бы, ВКонтакте. Слушайте, то есть на самом деле, когда сотрудники Радио Теос куда-то едут и рассказывают, я на самом деле, вот мне очень приятно это слышать, потому что иногда думаешь, ну да, рассказал на конференции, и вряд ли кто-нибудь послушает. А потом соображаешь, нет-нет, слушают. И, собственно, вы нашли этот проект, и что? Вы стали слушать каждый день? Не сразу, если честно. Может быть, постепенно. Леша первый начал. Он начал рассказывать. Он первый начал. Просто из-за того, что не совсем было интересно, каждую, ну, хотелось выпуск не пропускать, он же каждый связан, друг за другом идут, да, глава за главой, поэтому мы действительно каждый выпуск стали потом слушать. Что посоветуете тем, кто пропустил какие-то выпуски? Потому что это не сериал. У сериалов... Да тоже сейчас меня, я боюсь, Алексей с Анатолием меня сейчас тут исправлять начнут, если я скажу, что в сериале можно пару выпусков не посмотреть, и ничего страшного не случится. Вот. Зависит. Смотря какой сериал. Надо понять. Да. Я советую понять. Это сложно, но это важно для того, чтобы иметь вот полную картину, чтобы все сложилось, все вот эти пазлы, да, если так можно назвать, то, конечно, надо прослушать все. Кстати, вот я могу за себя сказать, что, ну, я не все еще прослушал, но я думаю, что как только у меня появится такая возможность, я обязательно все это восстановлю, дослушаю. Кстати говоря, вот по поводу пазла, действительно, если уж догонять, так лучше догонять сейчас. У нас прошел только первый год проекта, впереди еще 4. Вы представляете, если мы скажем на 4,5 году проекта... Догоняйте, да? Да, так что я думаю, что очень-очень... Ну ты сейчас прям напугаешь тех, кто хочет только начать. Да? Не пугайтесь, можно и с серединки. Это вот тот сериал, который можно заходить... И где-то не сразу. Но хотя потом я уверен, что возникнет желание все поднагнать. Я на самом деле, когда делаю обложки, я иногда спрашиваю, ну, мне не совсем понятно по теме, о чем будет речь, вот так, чтобы подобрать картинку. Я спрашиваю Олега, а о чем пойдет речь? И он мне там буквально за 30 секунд пересказывает весть... предисловие. Так вот, что надо записывать. Курс молодого бойца. Да-да-да, я такой, ага, понятно. Вот теперь мне стало ясно. Или не всегда становится ясно, какую картинку подбирать, но тем не менее, вот такой еще есть вариант у меня. Алексей, Олеся, что посоветуете людям, христианам прежде всего, да и не только христианам, которым трудно взяться за изучение Библии? Я понимаю, что один из очевидных советов слушать по страницам Библии, но кроме этого, вот есть какие-то от вас для тех людей, которые начинают изучать Библию, такие дружеские советы? Ну, у меня, вот, может быть, я первая, да, начну. Единственный совет, что не бойтесь, что Библия скучная книга, она совершенно не скучная. Тем более, когда вам помогают ее изучать. Вот такой проект, как читаем, точнее, по страницам Библии. Да, читаем Библию вместе тоже, спасибо. Они родственные, я бы сказал. Не, они очень разные. Вот очень. Самое интересное, да. Далее. По страницам Библии, да, за себя, да, могу сказать. И действительно, через молитву подходить, и всем будет интересно, я думаю. Да, это очень важно, если действительно хочешь иметь близкие отношения с Богом. А вот на каком-то этапе у меня тоже был, ну, духовный какой-то, знаете, тупик. Вот, я не знал, как дальше расти, как дальше развиваться. Вроде бы читаю Библию, вроде бы я ее уже много раз читал, и как-то было что-то новое, ну, достаточно сложно находить. Но вот такие передачи, как по страницам Библии и другие, ну, как бы и в церкви, когда я начал искать, что мне нужно больше и больше вникать, разбираться, когда я стал читать, ну, в том числе духовную литературу, естественно, ну, как бы молиться о том, чтобы не понимать, даже если сложные вопросы, то это очень, очень качественно влияет вот именно на духовную жизнь. Очень это, ну, сильно отражается. Слушайте, а вы ведь узнали на конференции об этом проекте и, в принципе, о Радио Теос. Вот у вас есть опыт того, чтобы самим рассказывать другим людям и показывать и делиться программами Радио Теос с другими людьми?
Конечно, конечно. И я, и супруга, мы среди нашей молодежи, среди членов нашей церкви обязательно говорим о том, что, ну, друзья, есть вот такой классный инструмент, да, для изучения Библии. Есть, ну, классный момент для общения, для обсуждения. Иногда мы даже, ну, некоторые темы было пару раз обсуждали. Я прям говорил, что вот сегодня я услышал это вот на передачи и хотел бы там, ну, поделиться с вами, и приводил какие-то примеры. Но вы даже границы... Да, Олеся, извините. Если я, например, на сестринском даже общении, очень часто всем верующим практически мы рассказывали, и, ну, я смотрю, человек 30 мы точно подписали. В том числе даже за рубежом. А за рубежом это где? Да. В Казахстане. Мои родственники, вот Алешина тоже, наши друзья. Да, мы всего 5 лет в России живем, но там мы уже... С ребятами успели поделиться, с родственниками тоже, и там вот родственники точно слушают, отчитываются прямо аж. Да, обсуждаем. Обсуждаем, да. У нас Анатолий Чепенко из Казахстана. Да. Вы из каких мест из Казахстана? 20 лет-то прожил. Из Усть-Каменогорска. Ага. Это восточный Казахстан. Ну, Костанайская область вас приветствует. И тоже большой привет. Спасибо, Алексей и Олеся, сейчас уже из Липецка. Спасибо за ваше участие и спасибо за то, что вы, ну, действительно и слушаете, и делитесь программами Радио Тео. Спасибо вам. Вам спасибо. Да, спасибо. Всем привет большое, Анастасия. С днем рождения. Вот так. Она вас слышит, мы даже передавать не будем, потому что она сейчас. А вдруг не слушает? Нет, я вижу по комментариям то, что она рядом с нами. Да, Алексею и Олесе надо какой-то специальный приз выписать за распространение информации. Слушай, там будет сложно, потому что распространяют информацию многие. Мы тут разоримся, если всем призы. Ну а кто попал в передачу, тех-то можно, что. На самом деле прозвучала история про то, что догонять, нагонять какие-то моменты, какие-то темы, которые были озвучены за этот год, вот, чтобы не упустить то, что через последующие вот 4 еще будет. Вот, у нас есть группа ПСБ ВКонтакте, и, собственно, там вот есть подборка красочная с видео и со всеми делами, вот, там сохранились комментарии тех, кто что-то вопрошал, что-то спрашивал, кому-то было непонятно, тех, кто отвечал, там армия вот этих наших подписчиков, вот, поэтому не стесняйтесь и возьмите на вооружение вот такой вариант, зайти, может быть, в ПСБ группу и послушать, если у вас нет возможности в реальном времени, может быть, посмотреть или послушать в вот так вот постфактум. Да, тут из комментариев интересно пишет Александра. Все передачи актуальны, слушаю около года, причем зацепило именно по страницам Библии. Почти все ведущие внимательны и корректны к людям. Это важно. Приятно, что вы выходите на новый уровень. Пусть Господь ведет вас по жизни, и в каждом часе эфира будет жизнь от Бога. Благодарение за ваш нелегкий труд. Вот, Александра, спасибо вам большое. Так, вот единственное, что я боюсь, что наш начальник возьмет на заметку слова «почти все ведущие». Да ничего, ну нормально, разные нужны. Есть совсем корректные, есть так... На пути к корректности. Я, кстати, у нас в церкви встречал ребят, которые говорят, вот каждый второй завтрак я смотрю. И прям несколько людей таких, и ты думаешь, ого. Может быть, отчасти потому, что там встречаются их какие-то знакомые люди, еще что-то. Но вот из всех выбирают вот конкретно один. Я допускаю, мне кажется, так оно и есть, что для кого-то есть какие-то определенные передачи, которые интересны. Так мы за этим и работаем. Да, поэтому то, что интересно для одного, может быть, не так интересно или полезно кажется, или, может быть, действительно для другого. Поэтому, мне кажется, это здорово жить вот в таком разнообразии и доносить по-разному информацию, делиться по-разному Евангелие, это круто. Сейчас мы постараемся дозвониться в город Пермь, а пока я прочитаю от Дениса, по-моему, из Эстонии. Добрый вечер, спасибо за эти передачи. По страницам Библии это хлеб на каждый день, благословений. Вот такое емкое. На самом деле, конечно, сама Библия, Слово Божие, это хлеб на каждый день. Как мы сегодня говорили в эфире, Христос это хлеб живой, хлеб, который сам Бог дает нам с неба, хлеб, который пришел, но не только для нас, но также для того, чтобы быть открытыми и для других людей. Для других людей. Вот. И на самом деле самые разные мы комментарии получаем.
Алексей, некоторые комментарии нас ставят в тупик. Присылает слушатель комментарий, пишет: «Я пьян». И все. Ну, что ж сказать, это... Как в Библии написано, это... трезвись, да, бодрствуй, трезвись, дабы не впасть в искушение. Но на многие комментарии, даже на те, на которые мы не можем или не успеваем ответить в эфире, отвечают наши помощники, наши добровольцы, иногда наши сотрудники. И я лично отвечаю на некоторые комментарии, когда мне покажется, что вот действительно мой ответ здесь нужен. И вот это взаимодействие со слушателями в этой передаче, в других передачах Радио Теос, это чрезвычайно важная история. Да, и вообще это вот, собственно говоря, то, что создает и какие-то иногда неприятности, но в то же время и становится чем-то очень ободряющим. Вот то общение, которое возникает, да, потому что когда люди начинают разговаривать, и тут анонимность иногда идет в минус, да, там люди не стесняются хамить. С другой стороны, это же здорово, что те, кто слушает, уже начинают друг другу как-то помогать, ободрять, и возникает та самая... Не знаю, как, ну, общение, да, вот то, что очень важно, и в том числе для понимания христианства, это взаимная помощь. Христианство — это же очень практическая такая штука. А мы сейчас поговорим об этом сообществе слушателей. Значит, смотрите, конечно, это передача, как и любая передача Радио Теос, это не элитный клуб, это не элитарный клуб. И все-таки у нас есть слушательница по фамилии Элитова. Александра Элитова. Вот, да, Александр, мы пытались с ней связаться. Александра, добрый, что уже, вечер у вас? Да, добрый вечер. Вы находитесь в городе Пермь. Сколько там времени? А, ну, у нас уже 7:30, там минуты не скажу вам точные. Александра, вот сегодня мы говорили об этом сообществе слушателей, людей, которые поддерживают друг друга. Вы сейчас чувствуете себя частью этого сообщества? Если да, то как вы к этому пришли? Да, безусловно, я чувствую себя частью этого сообщества. У нас даже сейчас в ВК есть группа сестринская, и мы как бы вот помогаем друг другу в молитвенных нуждах. И я считаю, вообще это очень важно. Не знаю, просто некоторое время назад, наверное, после Нового года, было какое-то вот такое побуждение, наверное, чего-то хотелось нового, наверное, в духовном прорыве. И в молитве как бы Господь мне начал показывать. Я вот стала вспоминать просто, как я на ПСБ попала. ПСБ — это по страницам Библии. Я просто перевожу для слушателей. Да, да, по страницам Библии. Случайно просто зашла и раз зашла, потом как-то прошло время другой. И вот так вот постепенно я стала ежедневно слушать, познакомилась со многими сестрами. И вот так мы организовали свою, так сказать, ячейку. И приглашаем туда много неверующих девушек, стараемся с ними общаться, поддерживать. Ну, вот в таком вот ключе работаем. А скажите, Александра, чем эта передача интересна именно вам? Ведь, в принципе, Библию действительно можно изучать по-разному. И мы не конкурируем с другими способами изучения Библии. Мы просто пытаемся помочь людям прийти к Слову Божью. Вот что в этом способе, в этом подходе, который представлен здесь на Радио Теос, что близко лично вам? Ну, знаете, как бы... В 2007 году я закончила библейскую миссионерскую школу, и вот все равно что-то где-то подзабылось. И вот с помощью этих передач лично для себя я получила достаточно много уже откровений. Что-то где-то я вспомнила, а многие вещи я вообще новые узнала лично от вас. Поэтому, ну, тот, кто хочет совершенствоваться, развиваться, я считаю, что это достаточно нужная передача. Особенно если тот, кто вообще разносторонний, я прям не говорю, что теперь все верующие смотрят. А вообще же разные люди, разный контингент. Вот смотришь, и я считаю, что просто для тех, кто только начинает смотреть, слушать передачу, шикарно просто. Ну, я не знаю, как вот... А теперь, Александр, я вас перебью вас. Да. Честный вопрос, честный ответ. Анатолий подбирает, делает обложки, подбирает картинки. Иногда у него такое нестандартное мышление. Вот честно, те картинки, те обложки,
которые бывают к этим программам, они вас часто шокируют? Честно сказать, я не обращаю на это внимания. Хорошо, хорошо, что не все визуалы, и слава богу, что есть визуалы тоже. Что, ну, не отталкивает это замечательно. Если кого-то будет еще привлекать внимание, я буду просто прям в восторге. Сколько у вас лет ребенку? У нас 1,5 года, и мы с ним вместе по утрам, кстати, слушаем. Под голос ведущего он засыпает. Где-то уже ближе к половине передачи. Олег, представляете? Слушать. И даже так бывает. Это можно даже колыбельную не петь. И бархатный голос ведущего. А потом приходит Екатерина Горбунова, говорит, второй завтрак. Да-да, и мы просыпаемся. Будет на обед. Да. Александра, спасибо вам большое. Спасибо за участие и за то, что вы часть этой замечательной команды. Спасибо большое. Вам спасибо большое. Дальнейшего вам развития и процветания. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. По поводу детей, кстати, тут был на одной межцерковной конференции, подходит. Вот я понимаю, что это явно ребенок, девочка, и говорит, слушайте, спасибо вам большое, постоянно слушаю ваши передачи. Я знаю, что это не наша целевая аудитория, но решаю проверить. Я говорю, какие передачи? Она говорит, по страницам Библии. Я говорю, а сколько тебе лет? Доченька, ты точно наша целевая аудитория? Спросили вы, да? Сколько тебе лет, спрашиваю я? Она говорит, 11. Это знаешь, как ты не слишком молода слушать наши передачи, а вы не слишком стары, чтобы совещать в социальных сетях? Вот-вот. Ну, не хватило у нее наглости, чтобы так Алексей, резюме от главного редактора. У нас осталось секунд 30-40 максимум. Продолжаем. Я действительно, правда, очень рад, что вот этот проект «По страницам Библии» у нас запустился. И уже можно сказать, что не просто, знаешь, протестировался, а запустился. Уже есть постоянные слушатели, уже есть из этих слушателей команда поддержки, есть отзывы, люди пишут, люди звонят. Это здорово, и я надеюсь, что проект будет только развиваться, находить, может быть, даже новые каналы распространения. И там, не знаю, в каких-то других социальных сетях и так далее. Но я, правда, рад тому, как вот сейчас все происходит. Выходим на новые рубежи здесь, на Радио Теос. Каждый человек может найти здесь свою передачу, но все передачи объединяет одно. Мы говорим о главном. И с маленькой, и уж тем более с большой буквы. Не только говорим, но и показываем, Анатолий Чепенко, правда? Да, именно так. И звучим, что обеспечивает Ирина Латышинская, а общее руководство от Алексея Власихина. Всем пока, друзья. Спасибо. Всего доброго. До свидания.